Дмитрий Шубин был завсегдатаем «Жить здорово», но в последнее время словно испарился с телеэкранов. Оказывается, медик не видит себя в популярном шоу на Первом канале рядом с Еленой Малышевой. В YouTube-шоу с Антоном Бифановым специалист заявил, что в его жизни произошли серьезные изменения. В подробности он вдаваться не стал, но, судя по всему, речь идет о неких профессиональных проектах, которые занимают много времени –